на ногти в салоне красоты. Обычно мастера приходят к нам на поляне, но у меня такое настроение, что хочется куда-то выйти и наводить красоту. Вот, настолько ответственный человек, что приехала на минут 30 раньше и решила позавтракать. Кстати, сегодня буду пробовать первый раз капучино на банановом молоке. Интересно, спасибо большое. Ну, вроде бы выглядит очень аппетитно даже. Обожаю круассаны без шоколада, без мармеладки. Просто классический круассан. Такой запах. Пальчики облежешь. Все, пью капучино и еду на ногти. Так, ну что, мы закончили педикюр. Посмотрите, идеальный, ровный, просто. Работа на все 100. На самом деле, очень тяжело найти мастера, который сделает красивый педикюр. Обалдеть. Сейчас буду делать маникюр еще. Посмотрите, какие у меня ужасные ногти. Посмотрите, до и после покажу вам. Ну, педикюр прям вау. Наконец-то сделала ногти, счастливая иду на поляне. Вы знаете, недавно я сделала натальную карту, и мне сказали, что красный цвет приносит мне удачу, и сексуальную энергетику превышает красный цвет, как бы это глупо ни звучало. Я в этом не верила, но наткнулась на один шоурум, я вам оставлю, кстати, телеграм-канал, девчонок, вы там сможете посмотреть, какие образы есть. Я в этом не верила, но решила заказать себе красный цвет. Может, это какой-то миф, я не знаю, но я влюбилась в красный цвет. Я считаю, что это очень такой яркий, притягивает, женственный, сексуальный. На самом деле, боди и штаны есть в разных цветах. Вы сами посмотрите, можете выбирать любую модель. Есть курьерская доставка по Москве. Короче, пришла на поляне, приготовила себе вот такую рыбку и салатик. Меня покажи! А это, мадам, скажи, что ты сегодня сделала, давай. Скажи, если не стыдно. Ну, ребята увидят через неделю по-любому. Я не могу такое сказать. Короче, сегодня было две драки у меня. Две драки. С одним человеком. А нет, с двумя. Что ты сделала? Что ты мне сейчас сказала? Я не могу такое сказать. Я одного человека сегодня схватила. Вот так вот аж за... За кахоноса, да? Сучка. Чтобы вы понимали, Ивана Барзикова, да-да-да. Чтобы вы понимали, она сегодня взяла его за яйца, схватила. Я давно говорила, что она в него влюблена. Посмотрите на ее рожу. Вот смотрите. Я вот так вот, да, он меня достал уже, клянусь, он меня просто достал. Мне пришлось его взять вот так вот, чтобы знал свое место. У нее даже с Йоси нету столько эмоций, сколько с Ваней. Да, конечно. Угу. А что он тебе дал еще? Рыбку потом уже мне дал. Вот. Трется у нас там в комнате. Подружились. Да, конечно. Да. Самое главное, что глаза закрыты. Лёшка, ты такой хитрый. Мне кажется, на это можно смотреть вечно. Мне кажется, ему эта песня нравится. Да, прибалдел под крылатой кольцевой.